впечатления ваши от первого дня Конгресса? Исключительные впечатления от первого дня Конгресса. Люди приехали подготовленные, старики, вот такие аксакалы, я бы сказал. И, в общем, пережили такие состояния, которые невозможно прочесть в книжках или там надуманно говорить. Я очень рад людям, которые собрались здесь. Они действительно откуда только не собрались, и все они показывают свою духовную зрелость.